дня, один реванш. Розкажіть, будь ласка, про турнір. Вітаю вас з перемогою. Розкажіть, як в фіналі виграли, як склалося? Выигрывать всегда приятно, вдвойне приятно выигрывать такой престижный турнир с хорошими соперниками. Но я считаю, что мы вполне заслуженно выиграли. Мы на этом турнире продемонстрировали неплохой уровень и по содержанию, и по качеству. Значит, ну и добились положительного результата. Как нервували, как выбирали хлопцев на серию пенальти? Серия пенальти – это лотерея, я их просто постарался успокоить в плане психологии, чтобы они не переживали, чтобы они выбрали нужный угол и четко направляли мяч. Ну а по вратарю я рекомендовал ему, чтобы его было много, чтобы он был как можно более энергичный в воротах. Ну и заставил, несколько раз заставил ошибиться соперников. Все закономерно, я считаю. Что с тем пенальти? Там было такое пенальти, зараз вы звернули увагу, яке? Да. Не зовсім було видно, розкажіть, як там? З арбітром тільки що обсудили цей момент, в Ютубі таких епізодів була маса, тому м'яч поки не покинув приділи поля, він вважається в ігрі, тому гол, я вважаю... Вратар відбив, так, але м'яч полетів в сторону і залетів в ворота. Дякую за коментар, вітаю з перемогою, було дуже цікаво. Дякую.